Всем привет, апельсинки! Вы на канале Апельсинка Шоу. И сегодня я покажу несколько построек, которые могут улучшить и сделать ваш дом красивее. Но сначала мы покормим наших хороших кроликов. Первый кролик. Я тоже чуть-чуть погрызу. И второй кролик. Поросёшка, я же тебя только что кормила. Ладно, держи. И еще держи. Все, хватит. Сегодня мы в креативе, чтобы было удобнее делать постройки. Уже ночь, нет проблем. Просто сделаем день. Никаких проблем. Так, вот наше место, на котором мы будем делать наши некоторые постройки. И сейчас я вам покажу, кто мне дал эту идею. Вот на первой части капсулы времени есть вот такой вот комментарий. Не вот этот вот про Беляшика от моей подружки Шушек Дол. Подпишитесь на нее. А от вот этого человека, который меня попросил снять, как сделать холодильник за 5 минут. Я ему ответила: хорошо, сниму сейчас же. И сейчас я буду это снимать. Ну и не только холодильник, а и другие постройки. Фух, наконец-то выключаю этот интернет. А то бы у меня сейчас планшет взорвался. В Минекрафте столько много этих реклам, что лучше всегда отключать. Мы пока что подождем, пока загрузится. И, кстати, тот человек, который писал эту идею, тебе я передаю привет. И то, что скоро подпишусь на твой канал. Не скоро, а прямо после этого видео. Вот здесь вот есть деревня, которая нам пока что не нужна. Нам нужна вот эта вот стена. Первое, что мы будем делать, холодильник. Но я сделаю несколько видов. Первый мой самый любимый вид. Берем вот эту вот дверь, железную и березовую. Берем железный люк и два сундука. Не сундука, а бочки. Две бочки берем. Вот, например, наша кухня. Мы ставим две бочки. Потом вот так вот ставим люк. Так, второй люк нам не нужен. Ставим дальше дверь железную здесь. Не в бочку, а вот здесь вот еще. Получается уже что-то похожее на холодильник. И теперь ставим еще одну дверь. Получается вот такой вот холодильник. Я его делаю всегда. И вот так вот можно залезть и открыть. Хотя есть еще другой способ. Сейчас я вам покажу другой способ. Но он чем-то похож на этот. Хотя этот другой круче. Вот, мы берем вот так вот и все, закрываем дверью. Вот, вот так вот. И все. Взяли, открыли, только там ничего нету вкусного. Пустой холодильник. Как всегда. Так, этот мы ломаем. Потому что у нас очень мало места. Так, холодильник я уже показала. Есть еще самый обычный способ, но мне кажется, что его никто не захочет. Вот просто вот такой вот способ. Где железные блоки? Или кварц. Вот. Ставим два железных блока. Железную дверь и все. И холодильник готов. Кстати, мне кажется, те остальные варианты были лучше. И интереснее. Теперь я вам покажу гриль. Не переворачивайся.
берем костер, потом берем коптильню и рамку. Еще что-нибудь, что мы кушаем. Я очень люблю картошечку. Выкапываем и ставим сюда костер. Потом ставим коптильню. Появляется вот такой вот дым. На этой версии я не могу ничего ставить. Вот не могу ничего ставить, правда. Правда, не могу ничего ставить. Зато я могу ставить вот так вот. Но если я поставлю вот так, то дым весь уйдет. Поэтому лучше ставить на один блок выше. Сюда мы ставим картошечку. О, кстати, я не знала то, что в этом мини-крафте можно видеть предметы через дым. Классно. Вот бы так в жизни видеть. И куда же оно у нас у всех уходит? В небо? Так нельзя. Мы будем засорять природу. Поэтому сделаем вытяжку. Вот такую вот. Лучше побольше. Вот. И получается вот так вот. Дальше. Следующая постройка — это красивая кровать. Но я ее не смогу на этой версии сделать. Уж здесь не добавили еще кристаллы. Ну и ничего, мы можем сделать все равно что-нибудь интересное. Например, кровать с навесом. Берем любую кровать. Мой любимый цвет — это фиолетовый. Поэтому я ставлю две фиолетовых. Потом ставлю какие-нибудь блоки, например, золотые. Я их люблю больше всего. Вот, ставим вот так вот. Не, лучше не золотые, а кварцевые. У меня нет времени искать этот блок. Красную глазированную терракоту. Я ее не буду искать, поэтому заделаю так. Берем какой-нибудь блок, например, мой любимый. Сосновый или березовый. Вот так вот ставим два. И делаем какой-нибудь навес из полублоков. Я возьму вот этот вот. Надо еще. А то как он будет держаться? Хотя это же полублоки. Они могут держаться даже без... Ну, вы знаете, какую мы игру играем. Здесь все висит. И ничего не падает. У нас получается вот такой вот домик. Но если вы хотите прям очень супер домик, намного прокачанный, мы еще можем взять вот такие светильники, поставить их вот сюда. Только будет спать уже слишком светло. Так что вы, наверное, здесь и не будете спать. И берем флаги. Возьмем зелененькие. Да, зелененькие возьмем. А лучше мы на них еще что-нибудь нарисуем. Но для этого я уже хочу взять белый флаг. У меня как раз была такая идея нарисовать что-нибудь. И надо взять еще фиолетовый, голубой и черный. И взять вот этот станочек. Поставим его пока что. И сделаем первое. Вот эту вот рамочку сделаем. Потом делаем из голубого вот так вот.
и из фиолетового. Вот так вот. А еще мне кажется, что не хватает каких-то еще цветов. Поэтому я еще могу добавить желтый и зеленый. Зеленым я добавлю вот это, а желтым я добавлю вот это. И будет даже очень красивый флаг. Только мне кажется, что все равно чего-нибудь не хватает. Не хватает чего-нибудь красненького. Хотя мне кажется, что я уже слишком намудрила. Ну ничего, и так сойдет. Похоже на какую-то Англию. Вот такой вот красивый флаг. Что, он не вешается? Потому что не вешается. Потому что нам надо полноценные блоки. Значит, мы возьмем еще полуплиту. Ночь нам не помешает. Потому что мы ее можем быстро переключить. Сейчас я ее очень быстро переключу. Раз, два, три. Апчхи! О, утро наступило. Это что, я так долго чихала? И вот так вот флагами все завешиваем. А следующее будет телевизор. И он тоже будет с флагами. Вы скоро узнаете, но я вам даю намек. Видите, флаги шевелятся. И все, это единственный намек. Дальше берем ступеньки кварцевые и вот так вот выставляем. Супер лакшери кровать. Ну сейчас я спать не могу, надо было ночь оставить. Ладно, может быть я обратно в себя вчихну. Давайте сейчас попробуем. Апчхи! Ой, я в себя попыталась чихнуть. И что, ночь? Да, уже ночь, пора ложиться спать. О, как здесь приятно спится. Такая мягенькая кровать аж стала. А сейчас я вам покажу телевизор. А телевизор я уже не здесь покажу, а где-нибудь вот здесь. Я лучше поставлю на мирную. А то я поставила на легкую. Мирно. Как всегда, мирно. Убираем это все, кроме этого флага. Он нам понадобится. И фиолетовый убираем. Флаг нам понадобится. Да что такое? Так. Еще нам понадобится какой-нибудь блок. Например, я сделаю на еловом. Я лучше сделаю из темного дуба. Потому что его люк похож на шоколадку. Давайте сделаем большой телевизор, как в кинотеатре. И сделаем вот так вот. Сейчас мы будем вот так вот ставить люки и закрывать. Ой, мне надо на еще один продлить, потому что так ничего не получится. Вы, наверное, еще не догадываетесь, но если смотрите...